Мы знали о коридорах из радио, у нас было радио. Мы ловили волны, и мы знали, что есть коридоры. Мы не могли до них добраться. Нас не выпускали из завода. Нас держали в бункере и просто не выпускали из завода. Мы по радио слушали коридор, а как нам туда? Вот. Нас военные не выпускают. Говорят, мы вас туда не выпустим. Там нехорошие люди, они вас сейчас расстреляют, они вам сейчас вот... Ну, короче, туда вас, вам нельзя. Ну и прикрывались, типа, ну мы же за вашу безопасность переживаем, да? Поэтому возвращайтесь в бункер. Бункер самостоятельно. Мы работаем в заводе вместе с мужем. Да, мы самостоятельно пришли туда 26 февраля, понимая, что это безопасное место. Конечно, мы об этом не могли подумать. Это гражданский объект, это место, где мы работали. Мы не могли представить, что это... Поверьте, если бы я понимала, что со мной там такое случится, я бы, естественно, туда не пошла. Нет, мы шли туда спасать свои жизни и жизни своих детей. Мы понимали, что это, ну, как бы надежное укрытие. Мы уже не могли, уже все, уже не пускали. Видимо, я так подозреваю, что они уже пришли с целью того, что мы здесь скроемся за мной. Из радио узнавали информацию. Вообще военные нам не доносили, нет, это... Не, чтобы пришли военные и сказали, ребят, коридор выходите. Нет, такого не было. Мы знали информацию, но из радио. Но мы пытались выходить, а нас не пускали. У нас семья решила единогласно в Украину. Но если мы и решим вернуться, то только в Мариуполь, но не на Украину. Скажем так, Украина как государство, да, вот как я рождалась в Украине, ну, оно для меня умерло. Мне очень обидно было, что ну, вот так с нами поступили.